Мне надо уходить. Сэм! Сэм, слышишь меня? Может, дальше по берегу? Самое важное — забраться повыше. Первым делом забраться повыше и сориентироваться. Сэм, да отвечай же! Да чтоб тебя! Сэм! Ящик с припасами. Ну да, конечно. Пусто. Все смыло. А может и хорошо. Может, Сэм забрал. Зато теперь мне нечего терять. Ну, кроме жизни. Разговариваю сам с собой. Первый признак сумасшествия. Господи. Ладно. Ничего. О, черт. Надо вперед. Только вперед. Черт, меня все достало. А, черт! Yeah.
Сик Парвис Магна. Сэм. Но... где ты? Черт. Нужно лезть на ту жуткую гору. Погоди, Сэм. Я уже скоро. Нет! Так, поднимаемся. Тут высоко. Высоко падать. Куда теперь? Как-то депрессивно.
Водичка бодрящая. Привет. Привет. Тут человек не проходил? Высокий такой. В голове глупые мысли и операции сокровища. Не повезло. Бедняги. Ты туда лез, что ли? В таких сапогах? Мне это сейчас нужнее. Ага, работает. Еще немного. Ладно. Черт!
Всем отбой! Ложная тревога! Но смотрите в оба! Благодарю вас, Винтик. Ну, удачи рано или поздно закрыть.
Ладно, куда мне? О, что это? Ого, жуткая история. Команде Бёрнса повезло с этим сокровищем не больше, чем нам. Чуть тебя не пристрелил. Сэм, ты жив? Да, как всегда вышел сухим из воды. Рад тебя видеть, братишка. Пошли, нас ждет сокровище. Погоди, погоди, Сэм. Куда нас несет? В каком смысле? Вся наша снаряга на дне Индийского океана. Ничего, стащим что-нибудь у солдат на Дин? Да, у солдат. Против нас целая армия. Ну, все это время мы справлялись. Мы с голыми руками посреди джунглей. Так в эти джунгли мы и стремились попасть. У нас даже пути отхода нет. Так, ну послушай, в порядке бреда. Давай спустимся и хотя бы угоним себе лодку. Лодка подождет. Ты знаешь, что у нас на кону? На кону моя жизнь. И мы ее выкупим, если пойдем в эти джунгли и найдем Либертали. Ты тут видел хоть какие-то следы пиратской колонны? Я вот точно нет. Не поздновато ли теперь сомневаться, Нейт? Ну ты признай хотя бы, что замысел Эвери организовать ту пиратскую утопию вполне мог провалиться. И вполне возможно, что мы зря тратим время на иллюзии вместо того, чтобы искать реальный способ тебя спасти. Я намерен перерыть весь остров по камушку, пока не найду сокровища, ясно? А ты, если совсем уж не уверен в своих силах, можешь возвращаться домой. Стоп, стоп, стоп. Домой? Ты издеваешься? Знаешь, чего мне стоило доставить тебя сюда? А чего мне это стоило? А? 15 лет жизни ну, псу хватит. Под хвост. Это как тут тебе? Вообще ни при чем. Правда? А я вот так не считаю. Что? Обалдеть. Все еще хочешь домой? Посмотрим, что там есть.
Сэм, сюда. Я иду. Никого нет. Это место знавало другие времена. Да, крыше нужен ремонт. Сэм, сюда. Нет, так не пойдет. Эй, Нейт, похоже, тут есть проход. Сюда. Пылища. А то какая хорошая нагрузка на квадрицепс. Как же приятно иногда размяться. Да, это точно. Эй, тут есть выход. Слишком высоко, не залезть. Давай что-нибудь подставим. Тут ящик, у меня идея. Вот так. Ты должен это увидеть. Ух ты. Что ты видишь? Нет домов, широкая улица. Наверняка тут было что-то типа рынка. Да, спасибо за ценную информацию. Что ты видишь? Ты хочешь, чтобы я это сказал? Очень надо, чтобы ты сказал. Ладно. Либерталию. Либерталия! Легендарная, затерянная пиратская утопия, которая спустя 300 лет найдена неким Сэмюэлем Дрейком. Ну да, конечно. И его менее эффектным братцем, который случайно увязался за ним по пути. Я всегда знал, что однажды ты станешь человеком. Это не первый затерянный город на моем... Тихо, тихо, просто насладись моментом. Ну, с чего начнем? Вон с того сооружения. А, со сторожевыми башнями? Да, посмотрим, что они там сторожили. Согласен. Lights are wet and they're sweating.